Общественники считают, что в первую очередь нужно искать заказчиков избиения, а не исполнителей. Об этом заявила координатор общественной инициативы группа 19 февраля Лилия Ковальчук. По ее словам, общественность знает далеко не все результаты расследования. Более того, нападавшим инкриминируют лишь хулиганство и препятствие журналистской деятельности. Это не спонтанная акция. Это не неожиданно кто-то кому-то не понравился и кто-то с кем-то подрался. Это организованная, продуманная акция. Эти молодые люди не сами по себе собрались и приехали. Кто их собрал? Кто их обеспечил? И формой, и дубинками, и местом проживания, и оплатой соответствующей. Пока что трех мужчин, которые избивали активистов и журналистов 19 февраля 2014 года под Одесской АГА, опознали по фотографиям. В настоящий момент одному из нападавших уже предъявили обвинение в препятствовании журналистской деятельности. Двое других пока в розыске.